Ребят, привет! И у нас сегодня будет видео о расхламлении моей косметики. Ну, даже не косметики, там, средства ухода, маски, в общем, всякое-всякое. Слушайте, и сразу скажу, у меня за окошком могут быть шумы. Постараемся на это не отвлекаться, ладно? У меня закончился вот такой, это сейчас у нас в Ривгош. По-моему, на день рождения Ривгош в ноябре, в конце ноября был день рождения. 3 дня мы праздновали, как каждый год. И в подарки за покупку давались вот такие карабусики. А в карабусиках лежал крем для рук. Я вам сейчас его покажу. Вот такой крем для рук. Сейчас я посмотрю, что за марка. От Гурмандиз. От французского бренда Гурмандиз. В итоге я тоже получила вот такой крем. Симпатичная такая коробочка была. Слушайте, мне понравилось. Я прям сама вот этот кремчик использовала. Вы видите, вот, аж прям вот по самые-самые выжимала изо всех сил. Очень старалась. Мне понравился. Жирненький, питательный. Хотя у нас стоят тестеры в магазине, это понятно, да? И вы все можете попробовать сами. Сейчас поближе покажу, что у меня камера не фиксируется. Подлюка. Лаванда и грейпфрут. Лаванда и грейпфрут, потому что они там разные у Гурмандиз. Они довольно дорогие. Натуральная косметика французская. Их тоже выгодно брать, когда они на акции. Сейчас вот у нас стоит там какой-то крем на акции. По-моему, кедр и мандарин. Такой зимний. Кедр и мандарин. Зимняя такая душечка кедровая. И он 299 рублей на акции стоит крем. Но только большой. 75 мл туба. Не эта малюсечка, конечно. Здесь 30-ка. Вот такой вот крем Super Hand от Метод Жанны Пьюбер. От Метод Жанны Пьюбер. Это тоже был такой 30 мл подарочный вариант. За покупку чего-то очередного от Жанны Пьюбер я получила вот этот крем. И я не могу вам сказать, что я в каком-то диком от него восторге. Видали мы кремы и получше. Поэтому, когда в подарок, да, когда, может быть, на скидке, стоит попробовать. Но, допустим, просто так я вот себе не пойду и не куплю его вот так. В обыденный день. Просто так. Просто так я куплю что-то уже другое. А в подарок получить, или еще раз говорю, по скидке очень можно. Но, ребята, еще раз повторю, у меня специфическая кожа на руках. Ее очень-очень сложно, мне совсем не все подходит. Если многие из вас, наверное, понимают, о чем речь, да, экзема, она у меня и сухая, и смокнуть им. В общем, сложная экзема, много-много летняя на руках. Это довольно проблематичная вещь, поверьте. Поэтому, возможно, вам очень-очень подойдет. То есть он в меру, питательный в меру, в меру. Просто в нем в меру, а эта мера для меня недостаточная оказалась. А вам очень может быть. Дальше, смотрите, даже вот, даже подрезали. Я не выдержала. Я показывала вам, по-моему, по весне, когда я приехала из Кавминвод из отпуска. Я брала с собой вот этот крем Васо от Шисейда, мега увлажняющий. И показала вам, когда приехала его в обзоре, что я его брала, там что-то про него рассказывала, даже не помню, что рассказывала. Неважно. Сейчас что вам расскажу. Да, это я смотрю в камеру, смотрю, как я выгляжу, какой вообще свет, и четко ли я или не четко. А то я начала снимать, и уже кроме вот камеры никуда не смотрю. Ладно, как получится уже. Ой, и смотрю, что на заднем плане у меня не видно цветочка новогоднего. Помните, все, когда был Новый год, все уже такие давно с елками снимают. Елки, там у них украшения, все так красиво, а у меня ничего. Потому что мы наряжаем всегда в последний момент, то есть 31 декабря, поэтому у меня ничего не было. А тут мне вот Галюсик принес вот это вот такое новогоднее украшение, я, наверное, в конце вам его покажу. И я так поставила на окошко, думаю, пусть будет видно вам, а вам не видно, я так своей головушкой закрываю это все, ну ладно. Так, погнали про Васо. Итак, Васо, слушайте, я себе этот крем не куплю. В итоге я его подарила, передала, Галюсику, и она у меня его допользовала. Ну, не могу я, ощущение жирной пленочки никак у меня вот не... Я, по-моему, в прошлом видео вам рассказывала, я его показывала, там было мало, и в итоге Галюса меня увидела, она сейчас живет со мной, она увидела и говорит, слушай, что ты, вот он валяется у тебя, нифига себе, Шисейда у тебя там раскидано, дай я допользую. И вот она допользовала до конца. Она говорит, ну да, сначала жирно-жирно, потом эта жирность проходит. Вот, так что, ну, мне не подошел, ну, мне вот как-то прям совсем не очень, то ли я не люблю ждать, когда вот эта пленка жирная сойдет. Короче, себе я не куплю его второй раз,
но все индивидуально. Наконец мы с Галюсом его добили. Следующие две миниатюры у меня закончились вот так вот от Estee Lauder. Это был дневной крем и миниатюра. Я ее прям вот так вот, чуть только не языком вылизала эту банку. Что касается вот этого крема, он мне понравился очень. Обычный крем Day Wear, дневной крем, увлажняющий от бренда. Этот понравился, этот я бы прям покупала бы себе по хорошей цене, потому что мне понравилась отдушка, мне понравилось качество крема, как он наносится, как лежит у меня на лице. Мне понравилось в этом креме абсолютно все. Я довольна. То есть, видите, я, честно, сама не ожидала. Мне попался этот крем и вот этот вот второй тоже. Ну, это маленькая для глаз. Вот это уже сыворотка для области вокруг глаз. Тоже Advanced Night Repair комплекс. Вот он, да, вот так у меня было в наборе. И там была помада и что-то, не помню, карандаш для губ. И косметичка, все лежало в косметичке. Он у меня долго лежал, я не прикасалась к этому набору, но потом думаю, ну что, лежать-то будет, срок сейчас пройдет, годности и все. И я стала это использовать. Ну, сыворотка она и в Африке сыворотка. Когда достается, что называется, в подарок, всегда приятно. Сама покупать, вы знаете, я не сильно шибко на эту сыворотку уже сейчас вот в своем, ну, как бы вот в теперешнем состоянии, она слабо на мне работает. Но крем явно порадовал меня. Крем буду, возможно, покупать. Так, последний карандаш, наверное, который я вам хочу, последний продукт, это карандаш вот такой от Smashbox. У меня цвет фиолетовый был, Violet называется карандашик. Они довольно дорогие у Smashbox, потому что и бренд сам не дешевый, профессиональный бренд, да, американских визажистов. Слушайте, плюсы и минусы какие, я вам сейчас скажу. Он у меня сломался. Все карандаши ломаются, у меня и Dior ломался, я рассказывала, по-моему, тоже в предыдущем видео. Но мне всегда очень обидно, когда ломаются карандаши, хотя я понимаю природу этого. Это и возраст, это и условия хранения, это и переброски, это и, ну, возможно, не знаю, еще какие-то факторы, не знаю. Но он у меня сломался в конце, мне было жаль. А так, в целом, не в восторге, прям вот в диком, например. Но нормальный карандаш, да, он, по-моему, waterproof. Свою роль он выполнял, он довольно темный, и я бы предпочла, наверное, в следующий раз все-таки или от Dior, или от Chanel, или от Yves Saint Laurent карандаши, вот так я мыслю. Но он был удобный, он был самозатачивающийся, здесь вот эта система Twix, затачивать нечего, поэтому она не работает, когда крутишь колпачок, и этот колпачок является точилкой, так что это было очень удобно. Так, и следующий, быстренько мы сейчас пробежимся по куче масок, а то я вам в прошлый раз их показала и забыла рассказать. Недолго будем. Маска от Евы была увлажняющая с миндалем, увлажнение питания. Она стоила, я ее брала по акции, что-то такое, господи, 50 рублей что ли, 45 или 50 рублей, я уже даже не 60 рублей, ну пусть 60 рублей. Нормально, абсолютно. Очень приятно пахло, у нее приятная отдушечка, много сыворотки. Правда, сыворотка немножко водянистая, ребят, но за такие деньги можно спокойно брать. Я, в общем, никакого разочарования не испытала. Следующая сыворотка от марки MediaHell, это люксовый корейский бренд. Вот здесь много всего, много сыворотки. Маска была с коллагеном, обычная тканевая маска. В целом, когда на акции, они по 99 рублей, я их беру. Следующее, от этой же корейской марки MediaHell, вот это моя, я, по-моему, уже тоже показывала, одни из моих любимых, вот эти масочки, на которые фиксируют контур, они одеваются на ушки, и маска для подбородка, подтяжка, да, мне очень нравится, у меня даже в сторис в Инстаграме, я вот сижу в этой маске там на каком-то очередном вебинаре, вот такие вот масочки, вот оно, видите, для области подбородка и верхней, да, вот тут вот носогубочки, вот так носогубочки, мне нравится, точно, орет нюха, не обращайте внимания, снизу. Вот, подлюка какая, не могла подождать. Следующее, это корейский бренд Sally Box, маска банановая, приятно, так пахнет бананчиком, всегда здесь нарисована веселая девочка, это питание, и маска поднимает настроение мне просто, тоже на акции, когда она там по 90 там, рублей, тоже, сейчас я попробую сфокусировать вам. Очень приятно их брать. Работают они по разным проблемам, эти масочки. Очищение кожи, там тоже коллагеновая серия есть. Есть серия ручки, ножки, есть даже патчи для глаз и патчи для губ. Ну, для волос есть маски. В общем, приятная серия. Холика-холика. Арбуз. Масочка в виде арбуза. Мне она очень понравилась, я взяла ее на пробу. Это был новый продукт, он вышел в 2021 году. Вот такие арбузные маски, я их называю.
Она была приятная, с легкой арбузной отдушечкой, обычная тоже тканевая. Если гидрогелевая, то я вам буду называть. Нет, это была тканевка, но она достаточно так дорого стоила. Я ее взяла, собственно, для вас попробовать на обзор. Что хочу сказать, приятно дарить такую штуку в подарок. Мне кажется, вот очень забавно и понравится тому, кому вы дарите. Фольгированная маска для лица с эффектом спа-процедуры. Да, экстракт ягод черной смородины, бифидобактерии, плоды киви, меда питают кожу, придают ей эластичность. Там, в общем, был тройной эффект, вот это три слоя как бы фольги. Это значит такое плотное проникновение питательных веществ в кожу. А за счет этого маски дороже, чем обычные маски. Поэтому, ну, обращайте внимание, я, мне кажется, даже сохранила... А, да, я даже вам сохранила показать. Сейчас мы с вами достанем, я вам по-быстренькому покажу. Вот они. Да, это на область, нижнюю часть лица, на область носогубок, там на щечки, на подбородок. И вот это вот, вот она, фольгированная часть, вы видите, она серебряная. И вот это вот область вокруг глаз и носик. Вот так это выглядит. Вот, очень плотно, тоже достаточное количество сыворотки, я довольна. Вот это была питательная маска из Кореи. Мне прислал эту маску магазин «Рандеву» в подарке с пчелкой. Ну, приятная масочка, обычная, самая обычная тканевая масочка от Кореи. Попробовала с удовольствием, спасибо «Рандеву». Вот эту маску покупала сама, она стоила вообще копейки, 49 рублей, вот у нас в Ревгош. Корейская увлажняющая маска с гиалуроновой кислотой. Ничего необычного, просто приятная увлажняющая маска. Да, личико было такое напитанное, свеженькое. Ну, собственно, все. Вау-эффекта прям не случилось, но за эту цену нормально. Очень понравилась от S&P Корея люксовая. Вот эта вот масочка с мишкой с желтым. Она есть с желтым медведем, с черным очищающей и с зелененьким, который с центеллой, с азиатской. Это успокаивающая для раздраженной, воспаленной кожи. А у меня была просто цвет лица, да, цвет лица с витаминным комплексом. У нее двойной эффект у этой маски, она еще идет, знаете, с чем? С охлаждающим эффектом. Такой прям вот, действительно, как будто вы ее там чуть-чуть поморозили в холодильничке. Освежение, свежесть, охлаждение такое, чувствуете на коже, это очень приятно. Мне понравилось, слушайте, я ее взяла в Ревгош перед Новым годом за 99 рублей. Несколько штук взяла, уже вот всем там своим, кому хотела, я подарила. Так, подождите, последняя упала, я сейчас ее достану, вам покажу. Последняя масочка от S&P, от того же бренда, с мордочкой тигра. Так, сейчас покажу. Я набрала кучку этих масок, они шли у нас по, короче, тоже по 100, что ли, рублей, по 100 рублей, по-моему, перед Новым годом, и я набрала, год же тигра, и я набрала в подарки. Кому-то раздарила, кому-то, девчонкам, кому-то на работе, кому-то, всем своим близким подарила, там, маме, свекрови, Маше, по-моему, своей, по-моему, невестке подарила, и еще оставила там разным другим тетям на подарки, там, ну, определенным тетям, с которыми я общаюсь, вот, оставила тоже на подарок еще несколько штучек, мне надо подарить этим приятным моим тетям, я их так ласково зову, женщинам приятным. Все, очень эта масочка мне нравится, когда одеваешь, у тебя прям не личико, а мордочка тигра. И есть еще мордочка дракона, а есть еще мордочка котика, поэтому, ну, вот, вот так вот тут они выглядят, видите, вы в этой... Масочки очень-очень забавные. Вот, что я хотела вам, собственно, девчонки, на этом все. И мальчишки рассказать. Про косметоз я пока 2 дня выходная. Тоже постараюсь что-нибудь снять вам еще про косметику. Голова не мытая, особенно не обращайте внимания. Просто волосы распушились, а так они как бы не очень такие свежие. Поэтому, ну, в общем, ну, что есть, то есть. Вот так. Что вам хотела рассказать, все рассказала. Сушки-безушки. Все, ждем следующего видео. Пока.